У нас Шкода Октавия Тур с двигателем 1.9, и у нас сейчас задача, передув турбины, нужно отрегулировать, значит, 1.9 TDI AGR 2007 года, и регулировка идет не от вакуума, а от давления, в самом коллекторе после турбины берется давление, и вот, как видите, вот эта тяга, вот это, она регулирует клапан, открывая, закрывает клап, вот так, открывая, значит, ей нужно туда выдвигаться. И она таким образом открывает клапан и спускает лишнее давление. Что нужно сделать? Нужно открутить правую гайку, немножко выдвинуть ее там на 5 сантиметров и закрутить, законтрагаять левой гайкой для того, чтобы давление, которое поступает вот в этот актуатор или актуатор, посредине бочка, она толкает этот шток, сзади видим, заходит давление, как видим сзади, поэтому когда давление, она его толкает вперед. Значит, откручиваем ключиком на 10, отодвигаем на 5-7 миллиметров и с той стороны закручиваем, и все. И теперь после этого едем, снимаем через кабель ВАХКОМ ККЛ, то есть с колинией в нашей машине, по одному проводу колинии, и смотрим, какое давление надувает при скорости, ну, на третьей передаче с там, 30-40 километров, газ в пол. Записываем в оси-диагност, заходим в измеряемые величины и записываем первый, третий, первый, одиннадцатый и десятый позиции, выбираем, замеряем и смотрим при разгоне, сколько давление дает, должно столько, сколько просит электроника, а у меня сильный передув, просит 1800, а у меня 2400 выдает, потому что не работает. Я при замене картриджа даже уменьшил длину на всякий случай, чтобы не открывало, чтобы больше давило. Это я так не очень поступил, поэтому сейчас выдвигаем на 5-7 миллиметров. Не буду снимать, неудобно здесь под двигателем, потому что это вот я спереду зашел и вот мимо полуоси от водителя правой.